Всех рада приветствовать на своем канале. И счастлива, что вы заглянули на мой канал. Первая закупка была в этом месяце, в январе. Смешные цены, мы без них не можем, нам всегда все надо. Давайте сейчас буду показывать. Первое. Это мама себе выбрала, мы набрали, да. Вот так, смотрите, красиво сделано. Хорошо все прострочено. Вот такой состав. Мне кажется, даже лучше, чем в других магазинах. Вот. Следующее. Я себе тоже набрала прилично. Так, взяла вот такие красивые. Но они как из бамбука, типа. Такая красивая расцветка. 59 они стоят. Ну, не маломерки. 30 градусов. Так, где же я видела состав? Сейчас скажу вам. Здесь тоже хлопок. Так, 95 хлопок, сами видите. Так. Взяла вот такие. Такие 59. Мне кажется, даже фикс прайс по 7,7, что ли, по 99. Вот, а смешных ценов намного дешевле. Ну, тут прослойка все. Так. Вот такие взяла. Это обычно такие бежевые. Тепло-бежевые или песочные. Тоже цена 59. Так, и вот такие вот. Тоже такой же 59. Так, и это я взяла. Вот такие 69. Они красные подороже. Да, то, ну тут 60, не 40. Так, и набрала носочки себе. Так, вот такие коротенькие, хлопок. Мне очень понравились. 49, они разных цветов. Но они не такие тепленькие, но такие вот дома бегать. И вот такие они у нас 49. Ну, такие фикс прайсы везде продаются. Так, и внутри они вот такие. Утепленные сейчас. Поддевать. 80 бамбук, 15 полиамид, 5 эластан. Вот такая была закупочка в смешных ценах в январе месяце. И смотрите далее, что мы еще купили в этом месяце. Следующая покупка в этом месяце была, ну, тоже такая спонтанная. Это в DNC. Тройная, ну, как, 1099 рублей он стоил. Вот такой пакетик у них бесплатно. Вы можете заказать, привезут в ваш магазин. И у них цены немножко дешевле, чем на Wildberries, Озон, М-Видео, Эльдорадо. Это Стайлер тройной. Вот. Я читала на отзывы на Wildberries, но его сейчас нет в наличии. Очень хорошие отзывы, типа 10 температурных режим, керамическое покрытие. Вот. И если вы как хотите кудряшки, ну, вот такие характеристики. Я хотела отдельно снять вам потом обзор, но, к сожалению, у меня не получится. Объясню почему. Так, вращающие 360 шнур питания. Вот, нагревательный элемент от перегрева. К сожалению, сейчас вам буду показывать ее. Вот так она выглядит. Керамическое покрытие. Вот так. Вы можете так ручку. А здесь у нас вот восьмерочка. Ну, там сколько градусов, да? Там все рекомендации, инструкции есть. Вот, у многих обзоры есть на эти плойки. Если вы хотите получить пляжные локоны, вот. Вот такая вращающая ручка удобна. Вот здесь включить, выключить. Вот так держится. И пошли вот так раз, раз, раз. Раз, два, три. Раз. И надо вот так держать, чтобы они получались. На моих волосах, к сожалению, они не работают. У меня тонкие, пушистые волосы. Как бы до плеч. Они не работают.
волна берется от корней, все, дальше они не идут. Рекомендуют, конечно, это делать на чистые волосы. Я делала на чистые волосы, пыталась спреем, не работает, пыталась лаком, пенкой, не работает на моих волосах. У меня сами так волосы, если я не буду сушить феном, типа волнистые, вьются. Если я не буду сушить, у меня и то лучший эффект, и даже лучший эффект от Remington, ну, обычная такая вот одна, закручивающая волосы. Буду, сдавать не буду, ну, на продаже выставлю, может, кто купит. И я могу порекомендовать это у кого густые, средние волосы, но не такие тонкие, пушистые. Вот. На тонких, к сожалению, не работают. Вот. Я не вижу. Ну, вот у меня получилась пустая трата денег. Вот, ссылочку я на нее оставлю. Сейчас она 1250. Вот, бывает еще двойная. Я тоже думаю, на моих не будет работать. Так что имейте в виду, когда хотите что-то такое купить, а в итоге она не работает. Хоть отзывы прям показывают фотографии с волнами, но не берет она. Или она, я, конечно, ее и специально перчаткой вот так прижимала, да, чтобы плотно, но не работает на моих волосах. Или слишком они, наверное, тонкие для этого стайлера. Так что вот такая ситуация. Напишите, у кого есть, как на ваших волосах, если это так. И следующая покупка была в спортмастере. Ботинки для лыж. Они стоили недорого. 40-й размер. 1300. Остаются пока старые лыжи. Вот. Но если просто сейчас купить лыжи на взрослого человека, особенно на мужчину, с ростом меньше, выше 175, ну, только сами лыжи 4-5 тысяч стоят. Ну, дороговато. Подождем, может, лето, скидки. Посмотрим. Вот такие ботинки он купил. Вот такое крепление, вы поняли, да? Есть подороже крепление, ну, за 2-3 тысячи. У меня такие ботинки. Я давно покупала тоже в спортмастере, но не серебристые. Там зажимаешь. А здесь вот на этих штучках. Вот. Многие, я заметила, лыжи старые, а покупают ботиночки, крепления, и все нормально. Даже ребенка сейчас купить лыжи 5 тысяч. Коньки даже на ребенка 3 тысячи, понимаете? Ну, цены выросли намного спустя несколько лет. Вот. Вот такие ботиночки. Тут пишется 41-й, тут не поймешь. Но немножко надо, ну, чтобы совсем не болталось, потому что все равно носок одеваешь. Ну, не прям так впритык выбирать. Так, потом он мне купил для лыж вот такое специальное крепление. У меня одна штучка есть, вторая потерялась. Ну, чтобы лыжи держать. Вот, она стоит 150 рублей. Ссылочки, конечно же, я в описании оставлю. Так, и следующее, это вот такое крепление. Стоит оно 249 рублей. Это на лыжи. Вот оно. Вот так. И вот так будет, вы поняли, вот так. Вот это все будет крепиться. Не знаю, покатаемся, не покатаемся. То были сильные морозы, то оттепель. Сейчас минус 4, но снег весь ледяной. И сверху чуть-чуть свежий снежок. Понимаете, очень странно. Вот. Так что вот такая покупка. А летом посмотрим, может быть, побольше будут как бы скидки. Может быть, лыжи купят. Если вы хотите купить лыжи, лучше, мне кажется, это покупать не в сезон, не зимой. Ну, не знаю, в конце весны, летом, там скидки больше. Но все равно 1000-2000-3000 сэкономите, скидок больше будет. Так что, а про сноуборд, кто катается, я вообще молчу. Там, наверное, 30-40-50 тысяч надо собрать, чтобы кто катается. Так что вот такая была покупка, потому что ботинки у него развалились. Я говорю, ну, давай купим не такие деньги, и тебе это окупится на много лет. Я уже езжу, но мне намного вот такие ботинки хватило. Много, да, я езжу уже. И ничего с ними не происходит хорошее. Так что вот так. Вот такая покупочка в спортмастере. И последняя покупка в этом месяце — это Литуаль. Там до 10 января были скидки. Ну, 50, где-то 60-70%. Вы знаете, что мне подруга подарила сертификат. Надо было его использовать. И я решила купить палетку до 1000 рублей. Вот такой пакетик стоит 5 рублей.
И с палеткой я взяла вот такую мицеллярную воду Dolce Milk. Она стоит, ну, до 300 рублей, 400 миллилитров. Ее очень хвалят. И вообще мне вот эта марка очень нравится. Особенно гель для душа. Вот, Летуаль я очень захожу редко. Или если купить дорогую парфюмерию или в подарок, вот что-то такое. Только из-за этого. И если там приемлемая цена. Вот, у них, конечно же, можно заказывать на сайте и самого забирать в магазине. Вот, это делает Московская область, город Дедовск. Все о ней написано. Пока она у меня еще в запасе, потому что я другую тестирую. Вот, захотелось попробовать. Ну, там, конечно же, Vivienne Sabo. Ну, много всяких. Max Factor, Maybelline, Art Deco мне понравились тоже, если набирать тени. Там очень большой Летуаль, там очень долго ходить. Слава богу, надо мной охранник не ходил и не смотрел, что я беру. Там обычно охранники так смотрят. Вот, нет, там было все спокойно, слава богу. Вот. Так, и какую я купила палетку? Так, палетку я купила, правильно назвать, здесь не пишут, 12 оттенков. Она стоила 959 рублей. Она в двух или трех оттенках есть. Я забрала последнюю, потому что я посмотрела наличие. Я еле-еле нашла этот стенд. Продавец-консультант мне подсказала. И сказала, очень хороший у вас выбор. И у нас эту палетку редко бывает. Ну, именно таких оттенков. Мне нужны были оттенки серебристый, синий, зеленый. Вот такие. Потому что нюдовые, розовые, такие белые. Ну, какие-то такие вот нюдовые. У меня очень две палетки есть. И я решила вот такую купить палеточку. Она называет, ну, вот такие оттенки. Lotte London. Да, Lotte London она называется. Вот. Есть на Ютубе, конечно, обзоры, но не в больших количествах. Самый известный блогер, какой-то мужчина, не той ориентации даже есть. Вот. Ну, давайте я вам покажу. Я пока кисточкой это не пользовалась, я только вот этими несколькими тенями пользовалась. Посмотрите, они мелкие тени. Бывает, например, Revolution, они покрупнее. Хорошо растушевывать кисточкой их. Ну, 3-4 часа держится, но это зависит от типа кожи. Если вы базу под тени положите, может быть, больше будет тени. У меня все тени скатываются, что бы я ни делала, хоть базу, ну, такая кожа. Вот, посмотрите, как красиво они переливаются. Давайте я вам покажу, как они будут смотреться. Давайте берем серебристый, угу. Серый. Они мелкие? Ой, какой черный прям. Это более такой. Они даже, это потемнее, но это шиммерный. Так, я даже не знаю уже, чем набирать. Это синий. Ой, какой красивый синий. Он такой, знаете, сейчас. Видите, переливается. Так, обычный синий. Ну, он такой. Так, давайте попробуем бордовый. Он такой бордовый, шоколадный. Так, давайте попробуем зеленый. Вот так. Ой, какой красивый такой. Ну, не изумрудный, глубокий такой зеленый. Это такой, ой, прям вообще шиммерная красота. Давайте еще раз, просто не видно. Ну, красивые. Ну, видите, они мелкие, но хорошо пигментированные. Очень красивые. Там есть, конечно же, тестеры, все можете протестировать. Вот, но в плане какой-то такой косметики в Летуале, знаете, Nivea, там Garnier. Мне кажется, в Ашане намного все это дешевле, потому что они большими. Вот этот золотой немножко... Он такой полупрозрачный, он подойдет поверх теней. Камера, видите, особо не фиксирует его. Так, и такой вот коричневый. Вау! Так, и последний давайте. Бордовый такой вот. Вот этот не видно. Я его пытаюсь, да? Он красивый, но он такой, знаете, полупрозрачный такой. Он поверх каких-то теней. Мне кажется, они все с друг другом сочетаются. Можно даже сочетать с другими палетками, какие цвета и какой вам макияж нужен. Но мне кажется, это удачная палетка. Хороший качественный пластик. Хорошие такие цвета, вот которые мне не хватали. Мне не хватало синего, серебристого, зеленого.
коричневые такие вот, такой красивый золотой. Вот таких оттенков мне не хватало. Прям я очень довольна. Так что, если кто тестировал, пробовал эту палеточку, пишите комментарии. Давайте, я вам не показала кисточку. Я даже ее... Кисточка, она так, хорошая тоже сделана. Я уже испачкала. Кисточка хорошо сделана. Так что у меня даже продавец-консультант похвалил. Говорит, у вас хороший выбор сразу, вкус. Там очень много таких палеток, знаете, типа таких ярких, я понимаю, кислотные такие, знаете. Или для девчонок, подростков. Очень много таких палеток. Ну, лучше я какую-нибудь базовую такую вот. Так что вот такие были покупочки в этом месяце, за январь месяц. Жду от вас подписку, лайк. Если вам интересна такая рубрика, я каждый месяц ее выпускаю. По возможности все потихонечку покупаю, что мне нравится, что интересно, что необходимо, или там праздники, или подарки. Ну, вы сами понимаете. Так что подписываемся, ставим лайк. Вот, ссылочка будет в описании на эту палетку. А то, что в Литуале пишут, типа, она со скидкой 60-70%, у нее цена максимальная, 900 рублей максимально на других сайтах. Это вы проверяете, когда вы идете в Литуаль, вы иногда проверяете цены на других сайтах, потому что они немножко в этом плане любят обманывать. Туалетная вода, возможно, да, скидка, но вы проверяете. Потому что на других сайтах намного бывает дешевле. Так что все, прощаемся с вами. До следующего видео. Всего хорошего вам. Не болейте, берегите себя. Пока-пока.